Во все времена церковь всемирно помогала труженику в его повседневных делах, поскольку любое дело спорится, когда снисходит на него Божие благословение. И потому на многих полях перед началом посевных работ служатся молебны о изобилии плодов земных. Не стало исключением и Омская область. Отец Олег окропил святой водой поля зерновых, гороха и картофеля, а также посевную технику и самих тружеников, пожелав им помощи от милостивого Бога в их нелегком деле. Молебен на посев пшеницы. Это древняя традиция, потому что хлеб – это Божий дар, земля – это Божие творение. Вот, и на Руси самый почитаемый продукт – это, конечно, хлеб. Руководители СПК «Пушкинский», немало потрудившись на угодьях, поддержали предложение священника о совершении молебна и приняли в нем участие. За последние годы это не первый приезд представителя епархии. У нас уже встречи были. Я скажу, что люди воспринимают это с большим пониманием. Ну и, наверное, самое главное, с большой надеждой. Мы надеемся, что все-таки приезд отца Олега поможет нам с дождями. Вот. Ну и, возможно, и с сохранностью нашего хлеба, с сохранностью, с большим урожаем. Идею молебна на урожай поддержал также министр сельского хозяйства и плодородия Омской области Николай Дрофа. Это добрые традиции, которые были тысячелетиями в нашем крестьянстве, и наши аграрии всегда обращались к этим мероприятиям, всегда все добрые дела делались с молитвой, с церковью.